давно не выходила на море. Вот сегодня так получилось. 26 октября. К нам идет очередной шторм Чами. Море действительно штормовое, хотя вот туристы отдыхают. Но купаться в этом море просто категорически нельзя. Оно сейчас опасно. Это очень опасное море. Оно даже уже... Ну, я не могу сказать, ракочет. Пока оно просто сердито шумит. По берегу очень хорошо гулять. Но бедные спасатели обсвистелись сегодня, не разрешая заходить в воду людям, особенно людям с детьми. Но там вон есть в прибрежных волнах чуть-чуть, но с детьми очень опасно лезть. Нельзя вообще. А вроде тихое, спокойное, такое издали. Почти ленивое. А вот у меня было ощущение, что это хорошее предштормовое море. И уже сегодня ночью волна будет сильнее. И судя по тому, что обещают синоптики, эти вот метеорологи там и так далее, шторм как раз 27-28 где-то развернется, да, он уйдет в море, но волны там будут очень серьезные. Видите, никаких рыбаков в море нет, и это совершенно не случайно. Это опасное море. Опасное, сердитое. Как вам поближе-то показать его? Ты один след смотришь на это море, уже понимаешь, что оно, ну вот, сегодня оно, мягко говоря, не ласковое. А издали даже, ну не то, что прямо ракочет, но пока не ракочет, слава богу, как перед Дамри. Но волна совсем, видите, вот эта длинная, большая волна. Там чувствуется в море несколько метров волны идут, а это так, отголоски. О, видите, наворачивает. Чуть-чуть ветра и опять полберег сожрет. Я думаю, понятно. Вот такая погода.